Друзья, всех приветствую! На связи Ильина Наталья, и снова я к вам из автомобиля. Это очень моя любимая площадка для работы. Ну и, собственно говоря, здесь чаще всего получается сгенерировать какие-то мысли. То есть это такое пространство для меня, когда никто не отвлекает, ты сам с собой, и здесь у меня почему-то вот прям какие-то инсайты часто возникают, поэтому я часто очень вещаю из автомобиля. Сегодня 1 мая, друзья, с праздником! Я сегодня уже в офисе поработала, сегодня было закрытие месяца апреля. И, кстати, меня очень порадовали результаты по закрытию месяца. Многие вообще жалуются на то, что весной обычно все очень сложно, и народ там на даче и так далее, никто ничего не покупает. Ну вот, у нас проблем, ну, не замечают. Из года в год я сравниваю по периодам прямо отработанным. У нас идет только прирост, а это говорит о том, что продукт репотребляемый, то есть люди приходят и пробуют его, и пробуют, и других подключают, и так далее. Но это отдельная тема. Вот знаете, сегодня тоже пришел новичок и вопросы начал задавать по поводу работы. Как у нас можно быстро включиться, где брать информацию о продукции, где брать информацию в целом о бизнесе, ну, чтобы не донимать, как говорится, постоянно вопросами. То есть многие вообще, как я поняла, очень самостоятельные и молчат-молчат, сами там себе что-то решают. Люди, вы обращайтесь, для чего вам нужен наставник? Наставник достается тем, кто его достает, запомните это. И еще такой момент, поскольку вот такие вот вопросы периодически возникают на тему, как начать бизнес, какие нужны вложения, а я всегда подчеркиваю, что для старта нужно вообще немного, можно вообще без личных вложений стартануть, и это реально, это не миф, это правда. В общем, у нас есть модель в рамках нашей компании, называется StartPoint. Ну, как точка продаж, да, другими словами. Так вот, эта модель уже отработанная не одним человеком и не одним годом. Уже, как говорится, все сформировано, все инструменты для работы есть, просто бери и делай. Так вот, поскольку я являюсь также онлайн-наставником, и мы командой онлайн-наставников решили запустить марафон обучающий как раз по теме, как начать бизнес, как его предлагать, как себя позиционировать вообще как сетевик. Потому что для многих это вообще какой-то страх страшный. Где искать людей? Кстати, вот с этой темой, где искать людей, это вечный вопрос не только для новичков, но вообще для всех работающих сетевиков. С этой темой буду выступать я лично. Марафон мы запускаем с 16 мая, то есть есть время еще подключиться, посмотреть вообще, у нас канал такой достаточно наполненный информацией, посмотреть то, что мы уже вещали, подключиться можно будет к марафону и быть в курсе событий. Друзья, если у вас такая есть потребность, вы уже давно наблюдаете, хотите что-то спросить, но стесняетесь, стесняшки вы наши, приглашаю вас в марафон. В марафоне все будет четко, понятно, структурировано, по 2 эфира в неделю, то есть мы не будем вас грузить информацией, только самое мясо, как говорится, самый сок. Эфиры проходят буквально в 15-20 минут, но действительно там вот вся суть выдается топ-лидерами компании, которые уже отработали схему, которые уже знают, как не наступать на грабли и покажут вам, на что надо наступать, чтобы получить результат. В общем, мне вот уже вот эта вся наша схема марафона, которую мы придумали, безумно нравится тем, что пройдя этот марафон с 16 мая по 6 июня, у вас будет готовая инструкция по применению. То есть все, пройдя этот марафон, буквально тут получается сколько, недельки 3, вы сможете взять те инструменты, которые мы вам передаем, себе на вооружение и идти открывать бизнес, строить бизнес. Друзья, это уникальный шанс, который упускать нельзя. Все контакты я оставлю под этим видео. Присоединяйтесь. И если есть вопросы, конечно, я всегда открыта в личные сообщения.